А сегодня мы идем выбивать. Бабушкин ковер. Да. A few moments later. Чтобы выбить ковер, нам понадобится выбивалка, щетка, щетка и веник. А еще для выбивания ковра нам понадобится много белого чистого снега. Уж чего-чего, а белого снега у нас достаточно. Ну что ж, приступим. Оп! Снега оказалось много. Сворачиваем ковер во всю длину. Пыль с ковра удаляется путем естественного выхлопывания ее выбивалкой. После прохлопывания ковра с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Вы видите, как темнеет снег, это значит, ковер чистится. Таким образом можно почистить любое ковровое покрытие. Вот вы видите, сколько грязи остается после чистки ковра. Я прикидываю комментарий к этому видео. Да, кстати, пишите комментарии, что мы делали неправильно. Процедура, однако, требует физической подготовки. После того, как мы отколотили всю пыль, мы счищаем снег, сметаем его веником и сворачиваем уже чистый ковер. Так чистили ковры в нашем детстве.